Отдых и общение под песни военных лет. Именно такие задачи перед гостями ставят на краевом фестивале патриотической песни «Солдатский привал». Мы хотим, чтобы 9 мая был праздником весны, праздником радости и, конечно, со слезами на глазах. Ребята, очень быстро пролетит время. Пока есть возможность, обязательно расспрашивайте своих дедушек, бабушек. Счастливые, если у вас сохранились еще живы прадедушки, прабабушки. У нас, во-первых, выступает здесь ребенок. Для нас это очень важно, чтобы наши дети знали историю, знали, как это тяжело далась эта победа. В рамках гала-концерта на сцене выступило 27 коллективов и артистов, а всего участвовало 2000 человек. Прежде фестиваль проводили на территории школы, что сокращало число желающих. В этом году его вынесли на берег реки. От мала до велика, да, у нас собралась прекрасная атмосфера. Вообще, почаще бы таких нам праздников, потому что это правда объединяет все поколения. В финале жителей ждал фейерверк. Организаторы праздника уверены, что фестиваль станет традицией и будет привлекать все больше участников и зрителей. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, «День с толком».